Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило. Спасибо. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и я уронил свои наушники. Сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием «Секретный сосед». Почему он секретный? Потому что он сосед. Почему он сосед? Потому что он секретный. Мы с тобой поиграем в эту игру, и в прошлой серии мы с тобой почти спаслись. Мы с тобой хорошо боролись, но проиграли. В этой серии мы попытаемся с тобой не проиграть. Поехали! Может быть, даже встретим какого-нибудь человека. Мне нравится, что здесь можно общаться. Пока что мне об этой игре доставляет практически все. Она напряженная, потому что есть сосед, который внезапно нападает на тебя и внезапно пидросит тебе все. Его убили, по-моему. Ляп-ляп-ляпаль. Я не знаю, что это было, неважно. What the fuck? Ладно, наша задача находить ключи. Я это понял. Это все, что понял я на данный момент. Здесь ключи есть, здесь ключей нет. Попробуем найти себе друга. Попробуем найти себе какого-нибудь друга. Возможно, будем говорить на его языке. Может быть, мы даже выучим новый язык. Это возможно. Я не знаю, честно, какой это язык. Если вы знаете, напишите в комментариях. Было бы интересно послушать ваше предположение на тему того, что это было такое ужасное. Может быть, у него был приступ. У него был, скорее всего, приступ. Судя по тому, как он резко замолчал, он пытался с нами поговорить, но потом его кто-то задушил. Его просто кто-то задушил. Я нажал на что-то. Его кто-то задушил, он такой: ап-лап-лапаль! Напи-дап. И все. Больше парня с нами не было. Так, мне нужна коробка в первую очередь. Мне нужна коробка для чего? Мне нужна коробка для всего. Коробка нужна вообще для всего. Коробка — это идеальная вещь. Ее просто берешь и кидаешь. Серьезно, сильнее. Ай, мне нужен фонарик. Там я видел парня, кстати говоря, но я сейчас его не вижу. Так, я залезу вообще. Ладно, мне нужна помощь. Мне нужна помощь, нужно залезть вот так вот. Я могу залезть на это? Могу. Паркур! Бум, бич. Все, погнали. Ключи. Если ты видишь ключи, то кричи. Если ты видишь ключи, кричи. Ключи, кричи. На меня не кричи, просто мне кричи. Так, кто-то стал соседом. Кто-то стал соседом, но пока я его не вижу. Это я могу использовать? Нет. Все двери я открывать не могу. Вот на этих местах могут быть ключи, мне кажется. Вот мне кажется, прям идеально было бы место на самом деле. Так, здесь. Что это такое? Ты знаешь, кому дать оружие, игра? Ты знаешь, кому дать оружие? Я наведу порядок в этом сраном доме. Ворона похищает ключ. Наверху. Ключ наверху. Где мой видовой, который ведет мне всегда куда надо? Так, мне кажется, здесь надо будет пропаркурить. У меня такое ощущение, что чтобы подняться наверх, мне нужно будет паркурить. Но я по пути все равно буду все это проверять. Это ключ? Это не ключ. Ключи издают звуки. Это я понял. Ключи издают звуки, когда я к ним подхожу. И, походу, рандомно двери закрываются. Потому что, по-моему, раньше эти двери были открыты. И, кстати, вот здесь, скорее всего, был ключ. Мы с тем парнем здесь не были. Мы же сюда не приходили, правильно? Здесь ключа, скорее всего, нет. Что это было? Здорово! Это кто? Здорово! Ключики! Хорошо! Хорошо! Так, все, пошли обратно, посмотрим. Я пока не знаю, какие ключи нужны для двери. Я пока не знаю, какие ключи вообще нужны. Понимаешь? Я знаю, что наверху есть какой-то ключ, но я туда не пойду, они сами туда пойдут. Парня своровали! От парня остались одни кроссовки! Еще кого-то своровали, господи! Еще кого-то своровали, я остался один! Я остался один! Говорят, один в поле не воин. Но я еще какой воин! Хоть один, хоть нет! Я испугаю соседа. Пусть он знает, что связался. Не с хрен бы кем. Я, между прочим, Жмышенко Иван Геннадьевич. В простонародье мафиозник. Понимаешь? Или не понимаешь? Удобно, что звук издается, когда ты, короче, открываешь ключи. Когда ты смотришь на них. Так, пошли наверх. Ворон наверху. Угу. Скорее всего, этот дятел возле ключа пасется. Я слышал что-то открывающееся. Я слышал, что-то там открывается. Прям очень активно. Главное, чтобы он сейчас сзади ко мне вот так вот не сделал. Этого я не хочу. Так, мне нужен фонарик, фонарик на помощь. Если что, я просто фонариком в лицо закину. Возьми молоток, но молотком я бы хотел вот к ней. Добрый вечер, я диспетчер. Слышь, о, йоу. Нейбор?
Are you unable? Yes, you are. Okay, I understand. No, you are dead, you motherfucker! Okay, thank you. Так, пошли дальше. Связался не с тем, бичуган! Бичугалище! Я возьму велосипед и уеду я за ним, точнее на нем, в горы, чтобы найти цветок и подарить его соседу заточкой под пупок и убить его просто. Your neighbor? Yes, I am. Тогда ты мертв. Вау, вот это был хороший звук. Так, все, у меня есть еще один ключ. Они говорили, один виндяй не справится. Они говорили, please don't. Они говорили. Yo, let's be friends. Let's be friends. I'm your friend. I'm your friend. Yeah? I'm friend. I'm friend. Don't kill me. Don't... I'm friend! Why are you bullying me? I'm your friend. Can you speak? Can you speak? If you won't speak, I will be sad. Okay, bye! Они говорили, что один виндяй не справится. Они говорили, что один виндяй не сможет. Но виндяй никогда не терял веру в себя. Потому что он тупой и не имеет такой возможности. Но он продолжал верить в себя. Продолжал бороться. Один против всех. Один против реальности. По-моему, сосед пытается помочь мне открыть дверь, я правильно понимаю? По-моему, пока что я его перевел на свою сторону. Он мне немножко помогает. Или нет, я не знаю, по-моему, он открыл дверь, мне казалось. Так вот, виндяй продолжает бороться. Все были потеряны. Остался лишь он, бутылка сока и фонарик. И бесконечный страх за будущее. Еще осталась кукла, но он в куклу не играет, потому что он не сыкуха и не девочка. Но он взрослый мужчина 2 года. Он никогда ничего не боится и никогда не играет с куколками, потому что он жесткий. Зато вот с танками он еще как играет. Но если к нему подойдет сосед, все, что он сделает с ним, будет орать. А возможно убьет, а возможно и нет. Я такой непредсказуемый, я не знаю, что я сделаю. Никто не знает, что я сделаю. О, я могу посмотреть на кого-нибудь. Блин, где ключ? Ну я знаю, что ключ наверху, но здесь же тоже могут быть ключи, правильно? Нет, тут не ключ. Ладно, пойдем тогда туда, где ворон? Ворон наверху. Я просто не знаю, как добраться наверх. Мне нужен тот парень, который мне помогал. Вот я слышу, как он рядом бегает. Neighbor, let's be friends. Hey, hey, let's be friends. You are my friend. Okay, no way. Bye-bye. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та-р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 а-та
Ага. Все закрыто. Ну ёпты ж, блин! А как я туда доберусь тогда? А, я понял, как я туда доберусь. Окей. Паркур. Хорош. Все. Так, вот тут вот мы встретились с ним. Тут мы пересеклись путями с ним. Это было страшно. Я чуть не обмочил себе все на свете. Чуть-чуть. Но я справился. Я взял и застрелил его. Как сделал бы любой уважающий себя мужчина 2 года. Я встретил проблему лицом и уничтожил ее. Так, как мне спуститься? Как мне спуститься? Что это такое? Это ничего. Да ворона не каркай! Я не знаю, как тебе спуститься. Я понял, кар-кар-кар-кар. Могу так залезть, что ли? Да, я могу так залезть, мне кажется. Да! Мне кажется, я могу так залезть. Только вот теперь подняться я сюда не могу. Да бляха, муха! Походу, не надо было сюда спускаться, потому что это напряженно. А, нет, нормально. А! Мне пришлось повредить свою ногу. И все ради того, чтобы найти ключ. Как мне туда забраться? У тебя есть какие-нибудь идеи? Что-то там открывает, закрывает. Да я понял, ворона, я не знаю, как тебе дойти. Как мне забраться наверх? Так? Я понял, как... Все. Теперь, по идее, мне нужно просто вот сюда. И открыть дверь. Я что-то открыл!
Ворона каркает. Где она? Где она? Где она? Где она? Ну она, по-моему, подо мной. Ну вот она прямо подо мной. Она прямо подо мной, понимаешь? Я знаю. Нет, не знаю. Или знаю. Подожди. Вот так вот я не могу случайно. Вот, вот она, вот она, вот она, вот она. Она на том уровне. Правильно? Я здесь был? Подожди. Окно. Если что, я сюда еще вернусь. Здесь меня не было. Здесь меня точно не было. Фонарик. Здесь меня точно не было, иначе бы я все ограбил. Сейчас посмотрим здесь быстренько, а потом пойдем дальше. Нет, здесь нету. Она вон она. Почему она спускается? А нет, не спускается, нормально. Вот, она со мной на уровне. Она со мной... Да ёб ты, блин! Вот, вот она! Вот она, вот она, вот она! Ну вот эту дверь закрыли! Как мне вот эту дверь открыть? Оно все, понимаешь? Все здесь... Вот она, вот она! Вот она, я прям вижу ее. Как мне к ней забраться, правда, я не понимаю. Потому что единственный проход, который туда вел, по-моему, он тупо закрыт. Вот! Здесь, по-моему, не было, правильно? Да-да-да-да-да, здесь нас не было. Здесь нас не было, иначе бы все было открыто. Наш свет, хорошо. Здесь я внимательно все посмотрел, да? Здесь я внимательно все посмотрел, ничего тоже не нашел. Как мне до нее добраться? Hey, neighbor! Let's be friends! Can you help me? I'm newbie! Нет, не сюда. Здесь я был. Здесь ничего интересного нету. Здесь есть ничего интересного тоже. Джаз, могу музыку послушать? Музыка мне не нужна. Hey, neighbor! Ждет меня там. Смотри, он прям вот ждет. Прям ждет. Это ты паскуда! Ай, ты паскуда! Ай! Вот оп! Ай! Ноу, 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 ноу! Let's be friends! Let's be friends! Please! Please, 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 please! Neighbor! Neighbor! Let's be friends! Are you my friend? Hey! You're funny. О, мне сюда надо. Вот, оно здесь. Hey, don't kill me, please. You will kill me. Yes, no. Can you show me the way? I don't know. I can't find the way. Hello. Hello. Can you show me the way to the crow? Can you? No, you will kill me. Yes, no. Let's go, let's go, let's go. Oh! And where is the key? I don't see the key. Am I stupid or something? Hey, I lie. Let's sit here. Где ключ? Вы видите ключ? А, оно... Нафиг ты мне сюда тогда вела, дурашка? Hey, where are you? Он потерялся. Просто убеждение 100. Я подружился с соседом. Сюда? Нет? Не, он повел туда. Я подружился с соседом, понимаешь? Настолько хороший парень. Меня здесь не было! Ехать тут качалочку у соседа! Приручил соседа чисто! О, ключ. Что такое? Там что-то было показано, будто что-то хорошее появилось. Так. Гей-ей-ей-ей! Где ключ? Он здесь? Ты завел меня сюда. Да блин, ну дурацкая ворона. Можешь ты мне показать лучше? Вот она по идее. Нет, не здесь. Вот он. Он меня опять ведет. Ты настолько жалок, что даже сосед тебе помогает. Тут нету. Тут ничего нету. Ключ. Я не знаю, где ключ. Он меня убил. Но достойно. Ладно. Приручил соседа. Достойная победа соседа. Все дети потеряны.
Окей, good luck, guys. Ой. Чисто приручил. Но в соляру я не могу. Дипломатия уровень 100, вы просто обидели сейчас. Харизма уровень 100. Hey, guys. I want to be a neighbor. Я пойду за ребятами. Hello, guys. Nice. How are you? Так, нужно... 5 ключей. Иди сюда. Hey, guy. Hello. Are you Russian? Why don't you speak with me? I feel empty inside. Внезапное признание. Hello, I'm in the Great Depression. Like America in some years. Я могу использовать ключ? Не могу. А, могу. I'm useful! Ой, классная игра, такая классная игра. Но Хомо там бегает парень по имени. Hello. Hello. I'm friendly. Я могу их пугать просто всех. Он психанул что-то. Так, тут ключей нету. Здесь ключи есть. Здесь ключей нету. Здесь. Опа. Т-гир. Нет, мне не надо. А эти все гиры не используются, да? О, кто-то нашел. Somebody has find the key. Use it. Я им подсказывать буду. Типа я шарю. Типа я умный. Hello. О, кто-то превратился. Why don't you speak with me? Don't you like me? Ох, какие страшные звуки. Я ему не нравлюсь. Они говорят, что нихера не слышно. Меня слышно. Я же разговаривал с чуваком. Просто мне попался немой. Are you немой? Are you have no язык? Oh my god. I am so scared. I'm shaking right now. I have a hammer. Bowling ball. You can speak on the wiki. О, качалочка. Press wiki and tell me something. Я просто... О! I have found the key. I'm useful. Дверь закрыта. I hate Windows. Пошли ключи юзать. Буга-буга-буга. Буга-буга-буга. Hello. Yeah, yeah, yeah. Try to find the key. And I will go. Open the door. What is happening right now? Oh my god. Oh my god. He is killing him. No, no, thank you. No, you are bad. Can you die? Kill him. You are bad. You fucking bitch. Yeah. We have won. Good job, guys. Easy. Бам, 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 бам. Это было не трудно. Good job, guys. You are good. Yes. Лоурен. Стим за дагамате, бро. Yes, yes. Это да. Писька, сука, блядь. Твоя мать, сука, блядь. Ну, сука, блядь. Can you tell me, сука, блядь, please? Нахуй, гадон. Сука, блядь, иди нахуй, гандон. Решай нахуй, блядь. You name? Иди нахуй, гадон, fucking shit. Лоурен, короче, ану, и все, Кенни. Nice, thank you. Я...
приручил соседа, научил каких-то ребят материться. Я считаю, это победа. Если это не победа, то что же победа? Что же победа, если не это? Петулю. Ой, а потом говорят русские быдло. Вот они сами меня нахуй гяндьон начали говорить. Я не знаю, что это значит. Я мата не знаю. Я парень как бы культурный. Я никогда не матерюсь. Скажите, пожалуйста, в комментариях, что значит гяндьон. Я не понимаю. Не понимаю. Ладно, ребят, пока что это все. Всем пока. Увидимся в следующих сериях. Петулю. Пока. До скорого. Удачи.